Покажи нашим врагам силушку богатырскую. Пельмень, как слышно, прием! Обнаружен вражеский гигант. Прямо по курсу, дистанция 5 километров. Принял, парни. Начинаю аннигиляцию. Я слишком рано засветился. Их разведка работает безупречно. Сейчас будет нокаут. Так-так-так, очередной смертник Левиафана. С тобой хочет поговорить профессор МС-1. Эти подземелья станут твоей могилой. Я разнесу тебя в клочья, и ты отправишься на переплавку, приспешник Левиафана. Мой первый трофей! Профессор Т-26, прибыло много металла для переплавки. Что ты такое говоришь? КВ-44 это легенда, и он заслуживает на ремонт. Только вот я планирую вернуть его первозданный вид. Все эти доработки ни к чему. Пора разобрать его до винтиков. Приступим! Настоящий советский КВ-44. Как долго я этого ждал. Настало время собрать воедино все детали. С возвращением, родной! Время рубить врагов! Ты сейчас же расскажешь мне о всех монстрах Советского Союза и их слабых местах! Ты сильно ошибаешься, я ничего тебе не расскажу, потому что я ничего не знаю. Нет, дорогуша, ты все расскажешь, или мы сделаем с тобой то же, что и с КВ-6. У тебя будет время подумать, а после мы прикончим еще и этого. Малый, а ты кто такой? И что здесь делаешь? Меня создали с помощью красных алмазов из гусеницы КВ-44 и думали, что я выдам им много информации. Но я КВ-44 боюсь больше, нежели этих демонов, и ничего им не сказал. Лыжник, не ожидал тебя увидеть. Капут, ты мой спаситель. Освободи мелкого, пускай он установит мне пару-тройку твоих пушек. Моя уже никуда не пригодна. Я часто наблюдал, как здесь все работает. Сейчас попробую тебя вооружить. Какого лешего здесь происходит? Похоже, КВ-44 не остановил этого советского монстра. Мои
моих сил хватит вытащить отсюда еще одного гиганта, так что заскакивайте в телепорт. Капут, езжай ты, Дориана ты здесь уже не найдешь, а я должен отомстить Левиафану за все, что он со мной сделал. С тобой одним я просто обязан справиться. Слишком опасно держать на заводе бомбы такой мощности. Они могут нас погубить. И каков будет твой совет касаемо этих бомб? Что если передислоцировать их на мой старый завод и выставить хорошую охрану? Так они станут нашим секретным оружием на тяжелые времена. Я займусь сбором конвоя. Мне понравилась твоя идея. Мой источник в советской армии передал важные разведданные. Вражеская колонна во главе с моим братом-предателем движется на этот завод с секретным оружием. Наша задача будет сделать засаду и разбить конвой. Ну что же, парни, ваша цель на 200 километров западнее. Во главе с вами пойдет профессор Шварц. Будьте начеку. По моим разведданным, вражеская колонна движется в сторону моего завода. Будьте напоготове. Берсерки, вступайте в ближний бой. Орудие, огонь! Берсерков Левиафана тоже уничтожайте. Нужно бежать, пока не сдетонировала бомба. Я, как и обещал, выполнил всю работу. Хорошие разведданные, ты был нам полезен. С таким оружием мы станем независимыми, и больше Левиафан не посмеет мне указывать. Армию Германии ждет великое будущее. Просто сложите свое оружие, ваши шансы равны нулю в этой битве. Двигайся, братишка, иначе долго не протянешь, каждое попадание может быть последним. Зайду ему корму. Так мы его быстро прикончим. Какие же вы шустрые! Не могу вас выцелить!